Любимые хиты, знакомые лица, яркие цвета. 21 апреля в музыкальном театре пройдет концерт «Татарча Солянка». Свои хиты исполнят Ринат Рахматуллин, Мунир Рахмаев, Ленар Сайфиев, Эльмира Нагимова, ансамбль «Заман» и другие артисты. Организаторы обещают потрясающий вечер с национальными мотивами и колоссальной энергетикой. Ведущим представления будет солист группы «Эссе» шоумен Айрат Ильясов. Подробная информация на сайте чудобилет.ру и по телефонам 51 10 42 и 70 77 70.